А сейчас к другим темам. Более 400 наименований продукции выпускают в учреждениях уголовно-исполнительной системы Башкортостана. Машиностроение, металлы и деревообработка, текстильная промышленность и продукты питания. Производственный потенциал исправительных колоний оценили представители органов власти и предпринимательского сообщества. Образцы продукции из всех учреждений представили в уфимской колонии номер 9. Она специализируется на производстве чугунного литья и вентиляционного оборудования и дает более трети общего объема промышленного производства в местах лишения свободы. На сегодня суммарная стоимость продукции и услуг без малого 500 миллионов рублей. Это плюс к тому же периоду 2017 года почти 10%. Своеобразно есть. Это связано с тем, что у нас очень большие заказы по внутрисистемке. Это у нас продукты питания. Большую нишу занимают металлообработка, деревообработка и швейное производство. К сожалению, на сегодняшний день муниципальные заказы занимают очень маленький процент, где-то около 17 всего лишь. Поэтому цель нашей сегодняшней выставки – представить наши возможности. Работают за колючей проволокой сами осужденные. Трудоустроенных в исправительных учреждениях республики порядка 3500. Это почти треть от общей численности спецконтингента. По словам руководства регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний, работающие осужденные практически полностью покрывают свое содержание. Зарплата здесь не ниже минимального размера оплаты труда. Мы здесь решаем многофакторные задачи. Это это, конечно же, экономика учреждения, которая влияет на содержание контингента, это и гуманизация, это исправление, это повышение квалификации рабочих, которая потом позволит трудоустроиться, то есть социализироваться. По словам вице-премьера, качество и стоимость продукции исправительных учреждений позволяют широко использовать ее на объектах республики, в частности, в строительстве и коммунальной сфере. Власти также рассмотрят возможность предоставления налоговых льгот предприятиям, которые сотрудничают с исправительными учреждениями.